75 сантиметров, 70,4 килограмма из Бишкека, Кыргызстан. Он мастер спорта по тайскому боксу. Его профессиональный рекорд – одна победа при одном поражении. Майрамбек Тентьев. Его соперник – боец в красном углу клетки. Ему 31 год. Рост 1,76 м, вес 70,4 килограмма. Из Таджикистана, Горно-Бадахшанской автономной области, представляет Moscow Puncher Team. Он кандидат в мастера спорта по боевому самбо и многократный чемпион Москвы по панкратиону. Его профессиональный рекорд – 5 побед при 4 поражениях. Мават Одинаев! Рефери в октагоне Идар Мач Идар Мачев. Ну что ж, представлены бойцы. Как я отмечал, по боевому самбо много выступал Одинаев. Ну и вот как раз случались курьезы. Посмотрим, как будут сегодня случаться они или нет. Поехали сразу же. Хайкик в исполнении соперника. Тентьев любит действовать вот так вот в высоком стиле, что называется. Хай-кики, лоу-кики в его исполнении часто. Да, мастер спорта по тайскому боксу, который сейчас пытался придумать гильотину. Но не вышло. Уже за спиной оказывается его соперник. И Мабата Одинаев готовит тейкдаун, пока не получается перевод. Ну а в исполнении Мабата Одинаева мы, конечно же, будем видеть вот такое. Очень мастер спорта по боевому самбо, как мы говорили, панкратион. Очень сильно, неприятно приземляется сейчас Майрамбек. И вот это было прям слышно, да, Руслан? Это уже неаккуратно уложили, как мы говорили до этого. Да, да, здесь звуковое сопровождение было мощным. Ну и потихонечку начинает забирать здесь инициативу Одинаев. Хотя, вот посмотрите, такой захват. Исполнение Тентьева скорее сейчас для того, чтобы не дать развить преимущество сопернику. Да, Тентьев разумно действует, довольно умно. Пытается прижать к себе Одинаева. Но вот сейчас есть возможность попытаться разорвать эту дистанцию немного для себя. Одинаев это делает и пытается накидывать удары, но Тентьев буквально впивается в него и вот не дает ему, так скажем, на удобное расстояние от себя отодвинуться. Тентьев вообще-то смотрел пару поединков его и по любителям. Цепкий такой боец. Но, конечно же, все зависит от оппозиции. Сейчас Одинаев непростым соперником видится. И посмотрите, это возможно сейчас будет сабмишн. Все! Вот так вот! И рассуждать здесь не приходится. Мабат Одинаев забирает этот поединок. Браво! Раздосадован сейчас Майрамбек Тентьев. С досады бьет он у канва с кулаками. Ну, что поделать. Борьба. Классик. Ударник против человека, которому борьба не чужда. К сожалению, для первого терпит поражение. Ну вот, это уже финальная фаза. Здесь было все очевидно. Поздравляем Мабата Одинаева. Начал я говорить, нужно здесь завершить на чемпионате Москвы по боевому самбо несколько лет назад. Он выступал, когда еще только-только начиналась его карьера. И вот впервые застали одеть положенный по правилам профессиональных соревнований шлем. Хотя до этого он отказывался это делать. И он говорил, что мне было очень непривычно. Я вообще не люблю драться со шлемом. Но в итоге дисквалифицировали его из-за того, что не объяснили нормально правила, как действует с экипировкой, амуницией. Здесь, слава богу, он уже в курсе был того, как нужно действовать. И прием абсолютно легальный. За 1 минуту 56 секунд победу удушающим приемом одержал Мабат Одинаев!